Итак, опять же, мой любимый Sam's Club. Сегодня у нас 27 января 2015 год. Я показываю цену на бензин. Итак, цена на бензин регуляр. $1.94. Ну, будем говорить, $1.95. 87. И что я хочу показать? Я хочу показать, женщина ко мне подошла, которая здесь работает постоянно. Говорит, заходи это. Иди, говорит, попей кофеечка. Я говорю, холодно сегодня. Она говорит, иди попей кофеечка. Вот, ешь пейстри. Я говорю, нет, спасибо, не сегодня. Она всегда здесь, тут всегда кто-то из работников с тем, чтобы если что-то случится, чтобы вам помочь, там, мало ли, чек не выдал, там, или что-то, чтобы всегда вот оказать какую-то помощь. Ну вот и все. Вот у меня уже 15 галлонов, 16 галлонов. У меня машина на 21 галлон. Что-то я совсем вроде никуда не ездила, у меня столько бензина ушло. Не знаю, я его не пью. Итак, 8,98, 3 паунда, это почти 1,5 килограмма, кило 360, свежая, замороженная, raspberry, это малинка. Я очень люблю такую малинку, просто очень люблю, я из нее делаю компотик часто себе. Или просто размораживаю, ем без ничего. Итак, 11,23, 6, это почти 5 килограмм. Тоже свежезамороженные. Это клубника, pineapple, это вот этот вот с хвостиком, ананас, потом дальше манго и персики. Тоже, кстати, хорошая штука. Я бы взяла сейчас, но у меня холодильник забит. Это то же самое, по-моему, то же самое, да. Итак, у нас blueberry, это черника. Или голубика, 6,98, 3 паунда, тоже, кстати, классная. И вот вместе смешанная голубика и черника, 9,68. И плюс еще вот эта вот черненькая, это, как она называется? Отдельно замороженная, кусочками нарезана, стробери, это клубника. Отдельно черная черешня. Черешенки, что ли, взять мне еще с собой? Что-то опять меня морозит. Неужели снова заболеть придется? Итак, наверное, черешню я еще возьму. Взяла свой сок любимый, он стоит 4,50. Тут пол паунда и полгаллона. Кота чиз, это творожок. Я раньше сказала, что это сыр, это творожок. Очень люблю творожок, он не жирный, low fat, 2% milk. И я его просто заливаю вот такой вкусной штучкой, она тоже без сахара должна быть. Кофе, например. Нет, этот с сахаром, придется его ставить, сейчас куплю другой без сахара. И Дуглас у меня обожает вот такие пирожки, hot pocket. Кстати, они очень вкусные, тоже редко, но я иногда вот такой съедаю, раз в год, наверное. Он любит такую американскую еду. Там вот сыр и там же ветчина. Очень вкусная. Действительно, поставишь на микроволновку на 2 минуты, и просто горячий пирожок вылезает. Ну вот и все, наверное. Это Sam's Club. И вот тут опять же много замороженных и овощей, и фруктов, все что угодно. Возьму и, наверное, себе еще черешенку, побалую себе. Еще Дугласу куплю такую вкусняшку. Сказать, что он только любит такое, мало сказать. Я тоже такое очень люблю. Стоит это 6,34, 48 оз. Я, если честно, не знаю, что такое озы. Вот очень вкусный кейк ванила, очень вкусный банана-нат. Ну, все это очень-очень вкусное. Наверное, я возьму, они все одинаковые по весу и одинаковые по цене. Наверное, я все-таки возьму что-то вот такое вот тройное. Три в одном. И еще водички возьму с собой. И такой интересный цукини walnut bread. Walnut – это наш грецкий орех. Это хлеб с грецким орехом. Не знаю, хлеб ли это на самом деле, но написано, что это bread. Опять-таки, buttery cake без freshly цукини. Даже с цукини. Он уже порезанный. Не знаю, пока не буду брать, в следующий раз. А это у нас что? Apple. Я вот такого точно никогда не видела. Ноль жирности.
мы тоже что-то сладкое, но на сладкое меня давно не тянет. Давно не тянет на сладкое. Поехали. Сколько всяких разных, чего только выпечек. Пошли за водой. Вот 3,83 стоит 35 бутылок пол-литровых чистейшей свежей воды. Из источника зефир. Это зефир Spring. Springs. Источник называется зефир. Так, тяжелюсенько. Некому помочь. И вот очень-очень вкусные. Просто я их обожаю. Но я боюсь их покупать, потому что я их потом объедаюсь. Это такие вот с творожком булочки. Очень вкусные. Это они немножко прогнулись. Но их можно есть долго. Они могут неделю стоять в холодильнике, а то и больше. Ну, за неделю они съедаются. Ну, у нас так они вообще дня за 4 съедятся. Потому что и Дуглас тоже любит. 6,99, вот она цена. Очень вкуснючие. Вот такая громадная пицца. 5,98. Вот она какая большая. Вот она такая. И вот она уже с колбаской. 5,98. Громадная пицца. Вот такую взять и на компанию из 3 человек. Вполне. Все, поехали домой. Поехали. Сейчас разморожу себе черешенку, малинку. И буду кайфовать под телевизором.